Зеленков, директор образовательного центра Парка высоких технологий. И его выступление «Пути карьерного роста в IT». Встречаем. Ребят, всем привет. Здесь собрались люди, которым интересна IT-отрасль. Вы сейчас стоите вот перед таким вот первым шагом, наверное, большинство из вас. И, конечно, хочется заглянуть куда-то за горизонт. Да, хочется выбрать правильную профессию, правильную специализацию, которая максимально реализует ваш потенциал. F5, можно там презентационный режим? Наш центр вот уже 6 лет специализируется на подготовке и трудоустройстве начинающих IT-специалистов. За эти годы, конечно, тысячи трудоустроенных студентов, сотни историй успеха, но и есть, конечно же, люди, которые разочаровались этим выбором. Поэтому вот наша сегодняшняя с вами встреча посвящена тому, как правильно построить свою карьеру в IT. Так уж получилось, что портрет нашего студента – это вот портрет Робинзона на этом слайде. Как правило, к нам приходят молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, те, которые разочаровались в выборе своей первоначальной профессии. Это люди уже с опытом, которые попытались себя реализовать в каких-то других областях, либо столкнулись с тем, что дальнейшего роста нету, либо с финансовыми проблемами столкнулись, и наконец-то они решили выбраться за рамки своей профессиональной области, так сказать, разведать весь остров. И что мы увидели, да, что они видят? Видят то, что IT-индустрия процветает, как было сказано предыдущими докладчиками, спрос на IT-специалистов достаточно высок, зарплаты тоже. Гибкий график, социальные, расширенные социальные пакеты, обучение внутри компании и прочие блага. И, конечно, хочется вот со всех ног помчаться туда, поскорее и подальше от своих неудач. Вот. Но куда именно стоит идти и зачем, действительно немногие понимают. Вот примерно 60% наших поступающих не знают, какую профессию выбрать. Ну, кто-то, кто похитрее, сразу идет на DevBuy в раздел зарплат. Что ищет там такой вот студент? Ну, он смотрит прежде всего, наверное, на минимальные зарплаты, на так называемые стартовые зарплаты, и ищет ту зону, где ему было бы комфортней начать. Также обращают внимание на медиану. Это такой интересный достаточно показатель. Он более честный, чем средний. Ну, предположим, три сотрудника получают, например, Вася получает $3100, Петя и Миша по $100. В среднем у них $1100. Зарплата, в принципе, хорошая, да? Но живут эти люди совершенно по-разному. Так вот, медиана показывает ту зарплату, скажем, которые разделяют сотрудников этой отрасли напополам. То есть половина ровно получают выше, половина ровно получают ниже. Ну, вы здесь видите данные, в принципе, на DevBuy всегда можно зайти, посмотреть актуальную информацию по различным специальностям. Кто-то начинает искать курсы, сразу думает, блин, надо сейчас вот так, примерно прикинул, у меня есть 3 месяца, вот я хочу за 3 месяца быстро чему-нибудь научиться, пройти экспресс-курсы и попасть в IT. Но на самом деле выбор профессии – это комбинация нескольких факторов. Смотрите, это прежде всего интересы, способности и спрос. И если вы попытаетесь свою карьеру построить, проигнорировав хотя бы один из этих факторов, я хочу сказать, что вы столкнетесь с разочарованием. У нас есть случаи, когда студент успешно заканчивает обучение, например, трудоустраивается тестировщиком, а потом через год уходит в маркетинг обратно. То есть почему? Вот задаем вопрос. Наверное, не учел свои
личные интересы. Давайте поговорим об интересах. Ну, есть такая пословица, да, попал в IT, бабло колоти. И может быть на старте, финансовая мотивация является, ну, может быть, для большинства наиболее важной, но вот как руководитель IT-компании сталкиваюсь с тем, что большинство соискателей не могут объяснить внятно свой профессиональный выбор. Вот, например, спрашиваешь у соискателя: слушай, а почему ты занимаешься вообще Java-разработкой? Почему выбрал именно эту технологию? Ну, не знаю, вот как-то так вот пошел на курсы, ну вот друзья посоветовали и так далее. Или же задаешь вопрос: а почему выбрал эту компанию? Ну, хочу развиваться в динамичной, растущей отрасли. И вот ты понимаешь, что за этими словами исключительно финансовая мотивация, исключительно денежный интерес. И нету интереса к предмету деятельности. И если для начала, может быть, это не помеха, да, вы попадете в IT, но если вам не интересно заниматься тем, чем вы выбрали заниматься, то роста у вас не будет. Если вам кажется, что можно отучиться на курсах и потом вот все, главное туда попасть, а дальше все будет хорошо, нет, дальше все хорошо не будет, потому что ваша учеба никогда не закончится. То есть вы на самом деле должны постоянно инвестировать в себя, постоянно изучать новые технологии, а они развиваются очень быстро. И если вам не интересно это делать, то дальше джуниор-специалиста ваша карьера не продвинется. И дальше зарплаты в $300 вы, ну, не уйдете. Поэтому нужно найти время и провести такой, знаете, честный разговор с самим собой. Я предлагаю, ну, такое небольшое домашнее задание, вот каждому из вас ответить на следующие вопросы. Чем мне нравилось заниматься в детстве? Просто на бумажке запишите хотя бы 5 пунктов. Вспомните, что вас вдохновляло, когда вы были ребенком. Потому что, став взрослым, вы все равно внутренне в душе остались ребенком. Напишите 20 любимых занятий сейчас. Чем вам нравится заниматься сейчас? Поверьте, это очень, ну, такая сложная задача. А еще если вы составите ранжированный список, то есть на первое место поставите занятия, которые вам нравятся больше, и вот так вот по убывающей сформируйте группы, это вам позволит гораздо более глубже понять свою внутреннюю мотивацию. Ну и наконец-таки, несмотря на то, что вы, может быть, где-то разочарованы текущей своей работой, профессией, специальностью, все равно в ней есть что-то хорошее. Поэтому я прошу вот хотя бы 3 пункта отметьте те виды работы, которые у вас вызывают максимальное воодушевление. Смотрите, 3 простых вопроса. Но если вы на эти вопросы вот найдете полчаса и на листочке бумаги честно для себя найдете на них ответы, я считаю, что вы сделаете более осознанный выбор. Вы потом соотнесете с тем, что предлагает вам IT-индустрия. Поверьте, IT-индустрия настолько широка, что там найдется место для людей с совершенно разными интересами и способностями. Начиная от творческих людей, которые могут реализовать себя в дизайне, юзабилити, заканчивая специалистами, у которых вот логическое, абстрактное мышление развито, программисты, люди, у которых коммуникативные навыки на первом месте, это бизнес-аналитики, менеджеры и так далее. То есть каждому найдется свое применение, но очень важно понять, к чему у вас лежит душа. Если у вас интересы на первом месте, ну, это хороший, скажем так, показатель, хорошая предпосылка для дальнейшего развития. Способности. Одно дело интересы. Все мы в детстве, там, ну, большинство хотели быть космонавтами. Ну, это мечты. А как проверить способности? К чему у меня есть какая-то предрасположенность? Ну, слайд можно не фотографировать, я сейчас коротко расскажу. Смотрите, есть 2 способа. Есть способ быстрый. Быстрый способ – это тестирование компетенций. В нашем образовательном центре вы можете
на сайте найти или просто позвонить к нам, пройти бесплатные тесты компетенции для программистов, для тестировщиков или для бизнес-аналитиков. Но это действительно экспресс-тест, там логические задачи, там задачи на ключевые и пороговые компетенции. То есть это способ быстрый, есть способ надежный. А что такое надежный способ? Надежный способ – это попробовать ту деятельность, которой вы хотите заниматься. Сейчас в интернете масса бесплатных курсов, хороших. Зайдите на Курсера, да? Попробуйте. Вот, например, хотите стать программистом. Попробуйте пройти какой-нибудь небольшой курс по программированию, по верстке. Нашим центром разработано 4 бесплатных онлайн-курса по основам программирования, Java, объектно-ориентированное программирование, основы баз данных, регулярные выражения. Опять же, эти курсы вы можете найти на нашем сайте, совершенно бесплатно их пройти. Что дальше? Если вам в процессе, ну вот то, чем вы занимаетесь, доставляет моральные страдания, блин, ребята, ну не стоит, лучше поменять специальности, заняться чем-то поинтересней. Есть случаи, когда вот курсы у нас короткие, они рассчитаны примерно на 36 часов. Примерно. Приходят студенты и говорят: слушайте, вы там что-то, блин, ну перемудрили, реально, я месяц потратил, ужасно организован курс, там, не знаю, задания очень сложные, они не для новичка. Ну и, как правило, это показатель к тому, что человеку лучше, ну, не заниматься программированием. То есть мы тогда стараемся их куда-то переориентировать. Еще раз говорю, таких курсов онлайн очень-очень много. Пробуйте, испытывайте ваши силы, испытывайте ваши способности, интересы. А теперь спрос. Рынок. Рынок диктует все. Да? Опять же, я не претендую здесь на полный обзор рынка. Я сейчас лишь говорю о статистике нашего образовательного центра. Эти данные мы показываем впервые. Это данные за первое полугодие текущего года. Значит, смотрите, рынок — это что? Это баланс между спросом и предложением. Давайте посмотрим, куда идут слушатели в основном, да? Но мы видим, что 221 человек отучились у нас по специальности тестирования программного обеспечения, 86 бизнес-анализ, 50 разработка Java, веб-разработка. Фронт-энд 49 и дальше по убывающей. Вы знаете, друзья мои, ну достаточно грустная статистика. Посмотрите, о чем она говорит. Она говорит о том, что все идут по пути наименьшего сопротивления. То есть все идут в тестирование, все идут в бизнес-анализ, потому что для большинства это кажется такая, ну, самая такая надежная точка входа в IT. А давайте, вот как руководитель IT-компании, я вам скажу, какая должна быть вот рабочая команда, да, вот IT-команда на проекте. Это, как правило, 4 разработчика, 4 программиста, 2 тестировщика программного обеспечения, 1 дизайнер и 1 бизнес-аналитик. То есть соотношение примерно вот такое. Здесь же мы видим, что, ну, немножко наоборот. То есть все идут такие, скажем, относительно легкие специальности, а там, где нужно потрудиться побольше, ну, там сложнее. Ну и давайте посмотрим на трудоустройство. Спрос со стороны компаний. Опять же, я не претендую сейчас на то, что вот мы сейчас полностью сделали обзор по рынку. Это статистика лишь по нашему образовательному центру. Тестирование. Да, много трудоустраивается благодаря тому, что есть крупные компании, и мы активно продвигаем наших студентов. Но посмотрите, на втором месте Java-разработчики. Еще раз, давайте осознаем разницу в численности. 221 человек пришли на тестирование, 82 из них уже трудоустроены. С остальными работаем. 86 пришли на бизнес-анализ. 33 на текущий момент трудоустроены. 50 всего лишь человек пришло на разработку программного обеспечения на Java. 42 из них уже трудоустроено. То есть вот
эти цифры показывают наглядно дисбаланс. Дисбаланс между спросом и предложением. Ну вот я попытался сделать такой график, да, который показывает, скажем, такой конкурс. Да? Ну вот и что мы здесь видим? Опасные специальности я обозначил такими красными столбиками. Когда на одну вакансию системного администратора приходится 4 предложения, то есть 4 соискателя, на одну вакансию PHP-разработчика приходится 4,5 соискателя, да, желтым тоже выделены такие области сложные, это тестирование программного обеспечения. Это статистика нашего центра, еще раз, но вот случай наглядный, одна из наших компаний, мы предлагаем, увидели вакансию, послали резюме наших студентов, на следующий день позвонили узнать, что там как. Ну, наши партнеры сказали, вы знаете, в течение 2 часов на нашу открытую вакансию пришло 100 резюме. 100. Поэтому, ну, как бы, делайте выводы. Ну, и зелененьким, опять же, наиболее востребованные специалисты. Но еще раз говорю, востребованность – это всего лишь один из 3 факторов, о которых мы с вами говорим. Его, ну, ее тоже нужно принимать во внимание. Теперь несколько слов о том, вертикальная вообще карьера, а куда она может идти. Вот есть много написано об этом. Вот горизонтальная карьера, карьера технического специалиста. Есть вертикальная карьера, карьера менеджера. К нам часто приходят студенты и говорят: слушайте, у меня опыт работы директором вот уже там 7 лет. Я не хочу начинать с нуля, не хочу быть разработчиком. Могу ли я сразу попасть в менеджмент, или что мне для этого нужно? Или, ну, часто студент думает, куда ему двигаться. Ну, давайте расскажу немножко о моей истории, как я попал в IT. Какое-то время, я вообще психолог по образованию, гуманитарий. Вот. Был менеджером по персоналу, занимался рекрутингом, в том числе в IT-компаниях, за плечами достаточно крупные аккаунты, Thomson Reuters, Barclay, UBS, группы компаний Google. И вот в один прекрасный день я решил, что чем охотиться за кандидатами, за успешными людьми, лучше самому стать успешным, и обратился за помощью к друзьям. Программистам, говорю: ребят, ну посоветуйте, куда пойти учиться. Они говорят: ну, дружище, C++ это основа основ, если C++ выучишь, то станешь вообще программистом, супер классным. Ну, я так и сделал, записался на курсы C++, 3 месяца отучился, с отличием сдал все экзамены, зачеты и попытался трудоустроиться. Ну, у работодателя мое резюме и мое портфолио, кроме как дикого ржака, ничего не вызывало. То есть я понимал, что я решал просто такие задачки университетского уровня, а до реальных промышленных требований и технологий мне еще очень-очень далеко. Открылась просто бездна незнания, открылась просто бездна информации, которую мне еще необходимо было освоить, чтобы действительно стать хорошим программистом. Снова обратился к друзьям за помощью, говорю: слушайте, ребята, ну C++, ну очень сложно, ну давайте, может быть, что-то попроще. Ну хорошо, попроще это Java, учи Java. Java это кроссплатформенность, это все круто, это всегда востребовано, посмотри, насколько востребованы Java специалисты. Опять курсы, опять 3 месяца, опять Java. На этот раз более интересные уже проекты в портфолио, опять поиски работы. И запомнилось мне одно очень интересное такое собеседование в компании. Ну, я не буду говорить компанию, но вот это был такой хороший урок по жизни, хороший поворот, ну, вот в моей карьере. Значит, я прихожу на собеседование как начинающий программист. Я готов работать практически вот за еду. То есть мне говорят: чего хочешь, вот там стажировка, вот там, ну, все условия прочитал, что сначала стажировка, несколько месяцев в компании. И только потом, возможно, тебя переведут на продакшн проекты. И вот я, значит, прихожу на собеседование, и HR мне задает такой вопрос. Говорит: послушайте, ну,
мы понимаем, конечно, что вы прошли курсы, вот вы целенаправленно готовитесь, вы готовы стартовать свою карьеру с нуля. Но вы знаете, у вас же в резюме очень серьезный управленческий опыт. А у нас как раз сейчас вакансия на проект-менеджера. Не хотите ли рассмотреть эту вакансию? Мне кажется, она вам больше подходит. Ну, я прям воспарил. Наконец-то меня кто-то заценил. Говорю, да, конечно. Конечно бы рассмотрел. Мне говорят, спасибо, до свидания. Вы нам не подходите. Я такой, а почему? Ну как же, вы же только что говорили, что вам интересно заниматься программированием, что вы готовы с нуля, что вы готовы вот работать, учиться. И тут же при первом предложении альтернативы вы тут же согласились. Блин, как я расстроился. Сколько собеседований я сам проводил и вот так вот жестоко попался. Действительно, меня поймали. Но я подумал... А чем черт не шутит, а действительно, а почему? И вот начал целенаправленно готовить себя к роли менеджера проекта. И в конце концов, моя первая такая работа в IT, ну не считая рекрутинга, да, это был project management в маленькой компании. Но моя история, это скорее всего исключение из правил. Если вы сейчас думаете о том, как вам подняться по вертикали, то... Единственный путь карьеры вот, вертикальный, именно в менеджмент, лежит через техническую экспертизу. И вы знаете, я бы вообще не ставил так вопрос. Карьера вверх, то есть в менеджмент управления и куда-то туда, к директорам, или карьера в сторону технической экспертизы. Все намного сложнее. Сегодня карьера в IT многовекторная. Вот эту картинку я спер с сайта EPAM Systems. Мне кажется, она идеально отражает то, куда сегодня можно развиваться, в каких отраслях можно развиваться. Смотрите, старт все-таки начинается с технического специалиста. То есть вы начинаете как джуниор-специалист, неважно, там вы тестировщик, разработчик или бизнес-аналитик. Дальше вы набираете экспертизу, становитесь специалистом. Потом синьор-специалист, зрелым специалистом. То есть этот цикл вы пройдете, ну, все индивидуально, но от 3 до 5 лет должно пройти. Вот вы должны заниматься, именно вот в технической сфере продвигаться. Ну, а дальше, вот только потом для вас открываются карьерные возможности. Так, ну... Pointer, я не вижу, работает, не работает. Ну, смотрите, давайте слева. Слева это управление проектами. То есть, став синьор-специалистом, вы, по идее, можете сделать следующий шаг к управлению проектами, к работе с командой. Также можете развиваться в пользу ресурс-менеджмента. Особенно в крупных компаниях, когда много проектов, много людей. И нужно обеспечить то, чтобы люди не простаивали. Да, чтобы каждый ресурс, каждый человек, каждая единица использовались максимально эффективно. Чтобы компетенции специалистов использовались эффективно. Вот это направление ресурс-менеджмента. Можно продолжить техническую линию развития, становиться ведущим специалистом. Шефом разработки или бизнес-анализа. Можно двигаться в solution engineering, становиться архитектором. То есть архитектор, он сам не пишет программный код, он не разрабатывает продукты, он разрабатывает систему в целом, у него глобальное видение, он выбирает технологии для реализации того или иного проекта, подбирает инструменты, занимается технологическим консалтингом. Ну и, наконец, в правом углу для вас это delivery management. Это что такое delivery? Delivery это доставка, да, то есть это фактически люди, которые отвечают за своевременный выход программного продукта. Это люди, которые активно общаются с клиентами. Это люди, которые отвечают за результаты работы проектной команды. То есть в маленьких компаниях зачастую все эти роли могут быть совмещены, то есть специалист может отчасти заниматься управлением проектами, где-то бизнес-анализом, где-то быть ресурс-менеджером и так далее.
в крупных компаниях с разветвленной структурой организационной все эти роли четко разделены и регламентированы. Ну и несколько слов хочу сказать о профессиях, да, вот сами профессии, их плюсы, минусы. Тестировщик программного обеспечения, кто это такой? Это специалист, который занимается тестированием программных продуктов, фактически отвечает за качество решений. Тестировщика еще называют худший друг программиста. Да, почему? Потому что всегда находят какие-то баги. Плюсы профессии. Ну, относительно легкий старт. На тестировании можно обучиться, ну, примерно месяцев за три. Сама профессия дает вам возможность набрать знания и практический опыт, увидеть полный цикл разработки программного продукта. Сама по себе работа носит такой исследовательский характер, хотя есть элементы творчества. Все зависит, конечно, от проектов, на которые вы попадете. Это востребованная молодая профессия, да, то есть, в принципе, спрос на нее есть и будет всегда. Невозможно выпустить, мы себе не можем представить, да, чтобы мы сели в автомобиль, который не прошел краш-тесты. Но вот то же самое с программными продуктами. Обязательно нужны специалисты, которые всячески попытаются поломать, скажем так, проверить надежность систем. Особенно если это касается банковского программного обеспечения и так далее. Минусы. Ну, минусы такие. Это монотонный, достаточно такой однообразный трудовой процесс. Есть риски остаться узкопрофильным специалистом, тестировщиком, мануальщиком. Высокая конкуренция на старте. Ну и как результат, низкие стартовые зарплаты. Джуниор-тестировщик сейчас получает в районе 250 до 300 долларов США в месяц. То есть есть много компаний, которые предлагают бесплатные стажировки и так далее. Теперь касательно компетенции. Мы проводили исследования, и вот какими софт-скиллами или какими качествами должен обладать тестировщик? Это прежде всего внимание к деталям. Именно поэтому из филологов, например, по нашей статистике получаются очень хорошие тестировщики. У них есть вот эта природная какая-то внимательность. Это умение собирать информацию, умение работать в команде и, конечно же, ответственность. Дифференцирующие компетенции – это те компетенции, которые делают вас не просто специалистом, которым вот вам, знаете, пороговые компетенции, если они у вас есть, значит, вам можно заниматься тестированием. А дифференцирующие – это фактически признаки вашей успешности. Это работа, опять же, с информацией, анализ проблем, убедительная коммуникация и инициативность. Вот обладая всеми этими качествами, есть шанс, что вы себя реализуете как хорошего специалиста по тестированию ПО. Программисты. Ну, знаете, программисты – слово одно, а на самом деле за ним скрывается очень много разных профессий. Ну, самое простое, чтобы сейчас не вдаваться в технологии, разделение – это бэкэнд и фронтэнд разработка. Бэкэнд разработчик, кто это такой? Это разработчик, скажем так, бизнес-логики продукта. Это человек, который отвечает за саму функциональность, что ли, за серверную часть любого приложения, за бизнес-логику, за работу с базой данных. То есть работа этого программиста пользователю, ну, видна опосредованно, да? К этим специальностям относятся ASP.NET, Java, PHP, Python, то есть много разных технологий относятся к этой специальности. Плюсы какие? Ну, плюсы очевидны. Это высокая востребованность этих специалистов на рынке. Это возможность динамического карьерного роста. Безусловно, это творческая работа. Программист всегда видит результаты своей работы. Хороший плюс, опять же, это возможность начать карьеру программиста с фриланса. То есть набрать опыта всегда есть где. Минусы. Минусы – это высокий порог входа. То есть для того, чтобы стать программистом, бэкэнд-разработчиком, у вас должен быть определенный склад мышления. Это логическое мышление, это абстрактное мышление развито должно быть. Необходим минус, может быть это минус, а может плюс. Необходим технологический фокус. Невозможно быть там универсальным бэкэнд-разработчиком во всех технологиях. То есть хорошо знать и Java, и
ASP.NET и Python, PHP. То есть здесь приходится выбирать. То есть вы должны выбрать технологию, которую хотите изучать, ну и углубляться в этой технологии. Опять же, технологии развиваются очень быстро. Хороший программист это все-таки человек, который должен постоянно над собой расти. Это человек, который должен постоянно читать, постоянно интересоваться. Опять же, читать литературу в первоисточниках. Когда меня спрашивают, а какой язык программирования вот сейчас самый популярный, и с чего начать, с какого языка начать изучение программирования? Я говорю, с английского надо начать, потому что все книги, к сожалению, а может, к счастью, опять же, на английском, пока они переведутся на русский, они устареют на пару лет. Ну и компетенции. Компетенции программиста, софт-скиллы. Это сбор информации, ответственность, системность мышления. Хороший начинающий программист, конечно, это командный игрок. Это командный игрок, это умение работать в команде. То есть, если вы сидите над проблемой больше 2 часов, и вы ее не эскалируете наверх, то, скорее всего, вы не пройдете испытательный срок. Надо уметь общаться. Убедительная коммуникация, анализ проблем и организованность. Видите, ничего сверхъестественного, то есть обладая всеми этими качествами, у вас есть хорошие шансы стать программистом. Фронт-энд разработчик, тоже программист, но немножко с другой стороны. Фронт-энд это как бы передний край, это взаимодействие с пользователем, это интерфейсы. Вот все, что мы видим на сайте, различные кнопочки, иконки, всплывающие менюшечки, все это делает фронт-энд разработчик. Он делает красоту, он делает удобство. Еще раз подчеркну, это не дизайнер. Он отвечает за интерактивные, так сказать, за взаимодействие с пользователем. Фронт-энд это группа технологий, это HTML, CSS, JavaScript и различные фреймворки. Плюс этой профессии это высокая востребованность специалистов. Я бы даже сказал, что в последнее время даже больше, чем у бэкэнд-разработчиков. Возможность, опять же, карьерного роста и универсальность. Вот здесь, если, например, у бэкэнд-разработчиков целый зоопарк технологий, то у фронтендов все-таки это какой-то ограниченный круг технологий. Еще раз, это HTML5, CSS3, JavaScript, ну и какие-то фреймворки надо изучить. То есть какой-то ограниченный круг технологий, в которых надо совершенствоваться. Минусы, ну, наверное, те же самые, как у всех программистов. Учиться придется долго, где-то от полугода и больше. Необходим, опять же, технологический фокус. Появляются новые библиотеки, их нужно осваивать. Аналитическое мышление. И опять же, если вы ничего не делаете для своего развития, то остаетесь узкопрофильным специалистом. Бизнес-аналитик. Все слышат эти 2 модных слова – бизнес и анализ. Ага, у меня есть аналитическое? Ну, конечно, я же аналитик. А бизнес – это деньги, все, я хочу стать бизнес-аналитиком. Значит, кто такой бизнес-аналитик? Бизнес-аналитик – это специалист, который исследует проблему клиента, исследует проблему заказчика, погружается в его бизнес-процессы и разрабатывает решения, IT-решения, где-то оптимизирует эти бизнес-процессы, которые потом ложатся в основу документации, и по этой документации команда разработчиков делает программный продукт. То есть бизнес-аналитик это такой посредник между заказчиком и командой разработчиков. Он такой, он как бы играет на 2 фронта. С одной стороны, он должен учесть максимально потребности клиента и реализовать их, помочь ему, скажем так, эффективно выстроить бизнес, автоматизировать какие-то процессы. С другой стороны, он должен внятно донести до команды, что должно конкретно быть сделано. Ну, профессиональные функции, да, это изучение предметной области, будь то страхование, банковское ПО, интернет-магазин. Нужно погрузиться в бизнес и понять, как он работает. Определить, каким образом можно улучшить то, что у клиента работает. То есть понять, что из процессов может быть автоматизировано. Вот наша компания разработала для страховых компаний некую платформу, которая позволила
сократить вдвое количество ручного труда. То есть вот это, я считаю, оптимизация. Значит, разработать функциональные, нефункциональные требования, документацию подготовить, ну и, конечно же, внедрить продукт. О плюсах и минусах бизнес-анализа скажу так. Профессия, конечно, интересная. Профессия, конечно, связанная с общением, с командировками. Модная, классная. Очень высокий конкурс. Очень высокий конкурс. Очень требуются развитые коммуникативные навыки. Владение английским должно быть в совершенстве, а еще лучше несколькими языками. То есть к этому себя нужно готовить. Ну и компетенции пороговые, это ориентация на клиента, умение работать с информацией, опять же, убедительная коммуникация, аналитические данные, дифференцирующие компетенции, опять же, это командная работа, ответственность, ориентация на качество. Я не знаю ни одного хорошего бизнес-аналитика, который интроверт по своей природе. То есть это должны быть люди открытые, они должны быть как клей в коллективе, решать конфликты, урегулировать их как-то. Любая команда — это всегда конфликты и противоречия. Ну, об этом мы поговорили. Так, и еще несколько слов о драйверах карьерного развития хотел сказать. Мы наблюдаем такую картину, что не самые талантливые студенты находят быстро работу. У меня сейчас где-то слайд, я, наверное, этот пролистал. Все-таки хочу вам его показать. Так. О, вот он. Пропустил я немножко этот слайд. Смотрите, очень важно для вашего карьерного развития вот ваши персональные качества, ваша общительность, умение самопрезентации. Есть такие у нас ребята, ну, смотрите, тут по осям. С одной стороны, это видимость, да, с другой стороны, это результативность, эффективность. Вот в нашей лаборатории есть ребята, которые тянут на себе проекты, всю команду. Но они молчуны, они не видны, да, они, их когда задают на собеседование вопрос, а что ты сделал, ну, им требуется время, чтобы как-то сформулировать, вот они какие-то, ну, такие вот, ну, интроверты, впрочем, да. И наоборот, есть ребята, которые, может быть, по своим компетенциям не блистают знаниями, не блистают эффективностью, но зато хорошо себя продают. Вот. Много таких историй мы наслышаны, например, когда студент приходит и рассказывает, как он получил работу. Например, уточнил, просто поговорил с рекрутером, уточнил, кто его будет собеседовать. Увидел фамилию. Вбил ее в профайл, вбил на LinkedIn и нашел профайл. Значит, собеседовался на Java-разработчика, а увидел, что его интервьюер – разработчик баз данных. Ага, подумал, значит, по Java меня спрашивать не будут. Посидел, подготовился немножко по базам данных, прошерстил. Собеседование прошел, молодец, молодчина, удивил. То есть, коммуникация. Эти люди себя хорошо продают. То есть, есть незаметные разгильдяи, которые и неэффективны, и компетенции не обладают, и навыками самопрезентации, общения не обладают. Ну, такие в компаниях не задерживаются. Время у нас? Да. Молчуны, к сожалению, несмотря на эффективность, можно высот достичь, но если не умеете себя презентовать, то тоже в компаниях окажетесь незамеченными. Хвастунами. Слушайте, надо быть хвастунами, надо уметь отвечать на такие вопросы. Назовите 10 ваших положительных качеств. Вы должны прямо, ну, вот, знать, как себя продвинуть. Что вы сделали на проекте, чему вы научились. Вы прошли курсы, конкретно, чему научились, покажите результаты, что у вас в портфолио. Похвалите себя, умейте себя хвалить. Ну, я надеюсь, что со временем вы станете славными ребятами, у которых и эффективность, и презентационные навыки на высоте. Спасибо. Наверное, это все.
Спасибо большое Вадиму, по-моему, очень эмоциональный доклад. Друзья, задавайте вопросы, чтобы вы меньше стеснялись. Мы для автора лучшего вопроса приготовили приз, поэтому наш спикер выберет того, кто ему больше понравился, и кто-то станет счастливым обладателем хорошего подарка. Поэтому давайте действуйте. Хороший вопрос. Если выбрали направление бэкэнда, как выбрать технологию? Знаете, на старте, наверное, смотреть нужно, есть такой индекс Тиоби. Востребованность языков программирования, индекс цитирования. Он показывает, сколько лет технологиям на рынке и какой рейтинг они занимают в популярности своей. Это может быть один из подходов. Если говорить о наших реалиях, опять же, скажу о статистике нашего центра. Первое место востребованности – это Java. Второе место по востребованности – это C-Sharp и ASP.NET разработка. То есть вот эти две технологии сейчас в Беларуси являются бесспорными лидерами. То есть с недостатком предложений здесь вы не столкнетесь. Скажите, вот вы сказали, что вначале были психологом, потом пошли в программирование. Не мешала ли работа психолога программированию? Как часто, что психологи это больше, скажем так, рекрутеры, чем программисты. А не мешает ли работа? Или, допустим, вот бывает такое, что вот... Когда программист, он психолог и относится к своей программе с точки зрения психологии и сразу программист ориентируется на клиента. Или это вот смесь всего, не мешает ли это? Я понял вопрос. Да, мешает, отвечу. Мешает, потому что работа психолога – это больше общение с людьми, а работа программиста – это больше общение с, с кодом, с машиной. Это концентрация, это сосредоточение, это умение длительное время решать какую-то одну задачу, это поиск. В моем случае это было действительно тяжело. Наверное, поэтому я не программист все-таки, а менеджер, руководитель. То есть, я себя реализовал именно в этом направлении. Тем, у кого, еще раз говорю, хорошо развиты коммуникативные качества, лучше смотреть на такие специальности, как бизнес-анализ. Но готовиться нужно основательно, потому что конкурс здесь очень высокий. Добрый день. У меня будет два вопроса. Первый. Давайте представим идеальную ситуацию. Мы здесь все присутствующие, закончили курсы, выучили английский, выучили немецкий, испанский, итальянский. Окончили еще двое курсов. Собственно говоря, вопрос. Сколько на текущий год, на следующий год может принять парк высоких технологий к себе людей на работу? Хороший вопрос, спасибо. Это первое. Да. Можно сразу я отвечу. То есть парк каждый год растет примерно на 3000 человек. 3000 новых рабочих мест. Эта статистика ежегодно публикуется. Дефицит специалистов действительно ощущается. Но помните, что IT-компании – это не только парк. То есть есть рынок, который является не резидентами парка высоких технологий. То есть если парк готов потребить примерно 3000 человек, то примерно столько же готовы потребить веб-студии, небольшие компании, которые там занимаются веб-дизайном и так далее. Вот наша статистика примерно такая. 51% трудоустраиваются в компании резидента ПВТ, 49% в компании, которые не являются резидентами ПВТ. Отсюда я делаю такое примерное заключение, что рынок этот человек 6000 человек в год необходимо. Здесь у нас меньшее количество, поэтому у нас есть шансы, спасибо. Шансы есть, да. И второй вопрос? Второй вопрос. Есть ли какой-то универсальный рецепт, чтобы попасть в IT-индустрию? Скажем так, что нужно минимально знать, или какими знаниями обладать, или куда идти, куда податься? Это курсы, иностранный язык. Есть ли что-то универсальное, чтобы приходить на работу? Скажем так, у меня есть желание, есть какие-то возможности, я знаю, что я обучаемый. Куда мне обратиться, чтобы самого себя, скажем, поднять свой скилл?
Спасибо большое. Очень, на самом деле, такой емкий вопрос. Я постарался вроде в нашей презентации это все указать. Значит, первое. Интересы. Интересы. Определись, чем тебя, ну вот к чему душа лежит. Будешь ли ты внимательно разбирать сайты? Интересно ли тебе искать ошибки? Посмотри на сайты госучреждений, там полно багов. Если тебе доставляет удовольствие их искать, значит все, ты тестировщик. Попробуй пройти бесплатные курсы без рисков для себя. То есть, чтобы не вкладывать деньги, поищи курсы в интернете. Опять же, признак какой? Нравится тебе этим заниматься? Получается? Вот на наших, если бесплатных курсах набираешь оценку более 7 баллов и заканчиваешь их примерно в течение 36 часов, ну это хороший признак, что можно продолжать в этой области. Независимо от специальности, там тестировщик ты, бизнес-аналитик или программист, базы данных нужно знать. То есть нормализации, виды нормализации, SQL-запросы, то есть они пригодятся любому специалисту. Ну вот, наверное, если в двух словах. Спасибо. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы сказали, что для программиста важны такие качества, как логическое мышление, абстрактное мышление, технологический фокус. А вот, допустим, вы ищете IT-специалистов среди гуманитариев, мне кажется, у них недостаточно развиты вот эти навыки, и какую специальность им, или курс было бы лучше выбрать, чтобы потом в ней реализоваться. Допустим, недостаточно знаний математики и, не знаю, логики какой-нибудь. Значит, гуманитарий. Вот недавно взял на работу гитариста на роль Java-разработчика, бэкэнд. Парень просто, молодец. Я не выше, не знаю, похвалы. Почему? Он, во-первых, привык много работать. Для того, чтобы стать профессиональным гитаристом, это должна быть усидчивость, целенаправленность, упорность. Вот. И эти качества ему очень помогли в обучении. Поэтому еще раз скажу, что гуманитарии, из гуманитариев, да, могут быть и программисты эффективные, и тестировщики. Если есть желание, интерес, мотивация, то любые, так сказать, цели достижимы. И я бы здесь не делал развлечения, вот что обязательно инженерное какое-то образование должно быть у вас, чтобы стать IT-специалистом. Нет, все зависит здесь от вас. Да. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а важно ли для программистов знание других иностранных языков? Ну, не английского, а, к примеру, испанского, немецкого? Я не вижу, где вы? Я здесь. Все, вижу. Значит, важно ли знание других иностранных языков, кроме английского? Да. Знаете, все зависит от компании. Все-таки международный язык общения – это английский. Большинство клиентов аутсорсинговых компаний, которые здесь в Беларуси, это все-таки США, а даже если это Европа, все равно там язык общения английский. Поэтому на первом месте английский, и по возможности там другие языки. Есть компании, у которых, например, клиенты в Германии, там требуется немецкий. Тогда знание немецкого языка является, очевидным плюсом, но не стопроцентным таким требованием, must have. Здравствуйте, еще вопрос. Котируется ли при трудоустройстве, допустим, сертификат какой-то о курсах, или можно спокойно обучиться самому и, допустим, для портфолио пройти стажировку, чтобы был какой-то реальный опыт? Значит, в IT-индустрии сертификаты мало кому интересны. Они важны, вот предыдущий докладчик говорил о том, где и когда они важны. Но самому учиться можно, нужно. Поэтому это не является, отсутствие сертификата не является, скажем, ограничением для вашей карьеры. Наличие является показателем? А наличие является показателем. Ну, опять же, для работодателя вы поймите, что не будет такой ситуации, когда вы принесли сертификат даже нашего образовательного центра, о нас хорошо знают, и вот все, вас автоматом взяли без собеседования. Нет. Вы техническое интервью все равно пройдете. Вот. Лучше проходить международные сертификации, например, от Oracle, вендорские сертификации проходить. Ну, сказать, что работодатели сильно прямо обращают внимание на эти сертификаты, нет. Давайте так, о психологии работодателя. Сертифицированный специалист, он, как правило, стоит дороже. Вот. И поэтому
IT-компании стараются сертифицировать своих сотрудников лишь там, где этого требуют клиенты. Есть такие клиенты, которые говорят, вы знаете, у вас должны работать только сертифицированные Java-разработчики. Да, тогда сертификация является очевидным плюсом для вас, как для соискателя. Там, где это не важно, в принципе, никаких дополнительных плюшек вам она не даст. То есть я бы не заморачивался сертификацией. Давайте отключимся от бумажек. Вот бумажку можно себе повесить в рамочку на стенку. Самое главное – это ваши знания. И вот этот непрерывный процесс, чтобы вы не отставали. То есть, ну я бы сказал так, сертификация – это ну, плюс 10% шансов на трудоустройство, но не больше. Здравствуйте, я бы хотел задать вопрос, может, какие технологии программирования менее популярны сейчас, но могут быть популярны и востребованы лет через 5, например? Ух как, жестко. Вопрос, спасибо, вопрос интересный. Ну, например, Kotlin. Мы не знаем, вы знаете, это всегда, когда появляется новая технология, это всегда темная лошадка. Будет ли она востребована, трудно сказать. Но такие языки программирования, как Kotlin, которые вот под Android сейчас развиваются, возможно, получат свое развитие. Swift для iOS уже активно развивается, хотя коммерческих проектов не так много. В общем, если о будущем думаете, учите эти технологии. Спасибо большое, но у нас вопросы. Вы можете задать их во время перерыва, а то мы рискуем выбраться из графика, что нам не хотелось бы делать. И давайте сейчас все-таки определим, кто у нас получит. Ну, мне понравился вопрос о технологиях, застал меня врасплох, о будущих технологиях, на самом деле. Подходите к нам. Интересный вопрос. Да. Какие бы ты технологии не выбрал, возможно, в будущем все поменяется. Главное, чтобы ты был готов к изменениям. Успехов! Спасибо большое за доклад. Давайте поаплодируем.